Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро умрет. Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Вы меня поняли? Здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, и я рад приветствовать вас на своем канале. Я являюсь руководителем школы долголетия, которая помогла омолодиться, обрести легкость движения и вернуть природное здоровье уже, наверное, 150 тысячам человек. И в этом видео я расскажу вам, как снизить тягу к алкоголю. Обязательно смотрите это видео до конца, чтобы узнать рецепт, который точно поможет побороть желание выпить и даже покурить. Нашему мозгу нравятся измененные состояния. Это не обязательно наркотики. Если вы никогда не ели сладкого, и вот вы скушали кусочек, возникает особое состояние. И мозгу хочется повторять это состояние с такой же интенсивностью, которая была. Но, к сожалению, реальность такова, что старой дозы, даже если это просто сахар, не хватит, чтобы достичь той же интенсивности. Именно такими этапами и формируется любая зависимость. И наш мозг по складу, прошу прощения, наркоман. В старые времена в деревнях, когда запивал мужчина, были разные рецепты. Кто-то добавлял в выпивку толченых тараканов, кто-то что-то еще. И порой это смешно, порой мрачновато. Но есть одно средство, которое поможет, если у ваших родных или друзей есть такая проблема. Аир болотный. Универсальное и очень сильное средство в русском травничестве. Недооцененное классической официальной фитотерапии. Вы можете приобрести его в интернете или самостоятельно найти в заболоченной местности. Берете корешочек аира, кусочек, и рассасываете. Рассосали, взяли следующий. Рассосали, взяли следующий. И так на протяжении месяца. В среднем в день рассасывается примерно 3-4, максимум 5 кусочков. Упаковки с лихвой хватит на месяц. Рассосалось можно по желанию разжевать, можно проглотить, можно выплюнуть. Проглатывая, мы еще и оздоравливаем флору в кишечнике. Аир убирает тягу к спиртному, к никотину, оздоравливает организм и прокачивает иммунку. Я часто советую этот рецепт еще и потому, что он помогает победить хронические инфекции. А что делать, если аир еще едет, а уже хочется начать восстанавливаться, избавляться от тягостной пагубной привычки? Вот компоненты этого рецепта наверняка есть в доме у каждого. Если очень хочется покурить или выпить, что делать? Возьмите чайную ложечку имбиря, добавьте туда четверть чайной ложечки жгучего перца и половину чайной ложечки корицы. Разбавьте все это 300 мл горячей воды, прямо кипятка, и оставьте на 10 минут, чтобы настоялось. Дальше нужно взболтать и выпить. И когда в следующий раз захочется выпить алкоголь или покурить, берем нашу ядреную смесь и завариваем еще раз. И вы увидите, как тягостная напасть отступает все дальше и дальше. Конечно, это не панацея. Если есть действительно проблемы, я искренне рекомендую обратиться к специалисту. Помните, что ваше здоровье только в ваших руках. Ставим лайк, друзья, чтобы не потерять этот простой, но ядреный рецепт. И обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые полезные материалы. С вами был доктор, а для многих теперь уже и антидоктор Алексей Маматов. И школа долголетия. Друзья, я желаю вам крепкого сибирского здоровья, как у наших предков.